Насколько неприхотлива ель голубая, ель колючая. Вот в этом видео я покажу. Где-то примерно месяц назад мы выкапывали тут ель. Выбирали на посылке. И тут маленькие, где-то подрубленные корни. Вот я просто в прикоп их кинул. И сейчас мы посмотрим, что с ними за месяц-то при поливе. Вот можно видеть. Корешки свежие пошли. Ну, поливали мы здесь не так часто. Почти у всех пошли, да, все у всех. Свежие корешки, видите? Белые свежие корешки. Может, так лучше видно будет. Вот они белые, видите? Это новый корень пошел. Это тоже пятилетка, но она, естественно, люди не возьмут правильно такую, а возьмут. А теперь делаем просто и хорошо. Сейчас рассаживать некогда пока что. Берем и прикапываем. Прикапываем. Вон шишка. Придавливаем. И все, и до весны она спокойно тут долежит, и ничего с ней страшного не будет. Вот здесь еще в прикопе у меня. Просто их поливать надо до морозу. Поливайте. То есть вы, когда приходят к вам саженцы, вы, когда их посадили, начали поливать, они уже начали приживаться.